Я фельдшер скорой медицинской помощи Конаковской центральной районной больницы. Проработала в отделении более 15 лет. 90% вызовов в данный момент в связи с эпид-обстановкой – это пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. На каждый вызов мы одеваемся в средства индивидуальной защиты. Это комбинезон, респиратор, очки, перчатки, бахилы. В такой экипировке работать очень сложно. Жарко, очки запотевают, одежда вся мокрая. И при возвращении на базу хватает времени только переодеться и снова в путь. Каждый медработник боится заразить своих близких, свою семью, родителей, детей. И некоторые даже отказываются возвращаться в семью на период эпидемии. Заболевшие есть и среди медработников. Ситуация в коллективе психологически очень напряженная, нервы сдают. Каждый справляется с этим так, как может, мы друг другу помогаем. Я хочу обратиться к жителям Конакова и Конаковского района. Пожалуйста, отнеситесь серьезно к возникшей ситуации. Ситуация очень серьезная. Если мы сейчас этого не осознаем, потом могут наступить необратимые последствия. Медики работают на пределе своих возможностей. Пожалуйста, берегите себя. Всем хочется солнца, лета, свободы. Но в данной ситуации останьтесь дома.